Внимание! Перед тем, как вводить специальный пароль, убедитесь, что все газовые приборы, находящиеся в вашем доме, отключены, а кран подачи газа закрыт. В противном случае счетчик газа самозаблокируется, так как после открытия клапана для безопасности потребителей в течение 6 минут счетчик автоматически будет проводить проверку на герметичность. В этом видеоролике мы покажем, как надо вводить специальный код для открытия отсечного клапана газового счетчика. Для начала включите дисплей счетчика с нажатием кнопки Enter. На дисплее отображается текущий статус рассчитанного объема газа. Перейдите в меню Wall 20, нажав кнопки вверх или вниз. Зайдите в меню Wall 20, нажав кнопку Enter. Несколько раз нажав кнопку вниз, найдите меню AppSSD. Зайдите в меню AppSSD, нажав кнопку Enter. Введите специальный код. Специальный код отправляется на ваше мобильное устройство через SMS-оповещение после списания задолженности. В нашем случае специальный код 1, 2, 3, 4. Специальный код, указанный в SMS-уведомлении, выбирается с помощью специальных кнопок вверх или вниз. После выбора каждого из них нажимайте «Ввод» для перехода к следующему номеру. После ввода специального кода нажмите кнопку Enter. После нажатия кнопки Enter откроется меню «Put OK». Это, в свою очередь, означает, что специальный код был правильно введен и утвержден. После утверждения специального кода перейдите в меню Wall 40R, нажав кнопку Enter. Нажмите кнопку Enter. Несколько раз нажав кнопку вниз, найдите меню App Open. Еще раз нажмите кнопку Enter. Через 7 секунд клапан переходит в открытое положение. Что если вы неправильно ввели пароль? Заходим в меню AppSSD, нажатием кнопки Enter. В нашем случае специальный пароль 1, 2, 3, 4. Вводим единицу, нажимаем Enter, вводим еще одну единицу и еще раз нажимаем Enter. Уже пароль неправильно введен. Еще два раза нажимаем кнопку Enter и открывается меню Put Error. Еще раз нажимая кнопку Enter, переходим в меню Wall 20 и нажимаем кнопку Enter. Несколько раз нажав кнопку вниз, находим меню AppSSD. Нажатием кнопки Enter входим в меню AppSSD и заново вводим пароль. Нажимаем кнопку Enter. Внимание! После открытия клапана в течение 6 минут счетчик проведет проверку на герметичность. Не включайте газ в течение 6 минут.